Thank you.
Военно-патриотическая художественная арт-студия «Тбилиси», город Минеральные Воды. Я вас попрошу приветствовать их громкими, бурными аплодисментами. Я хочу предоставить слово директору этой арт-студии Павловой Светлане Викторовне. Пожалуйста. Добрый день. Мы рады приветствовать ваш дружный коллектив, военнослужащих, нашей доблестной Росгвардии и молодое поколение, которое принимает эстафету старшего юноармейца. Сегодня 17 февраля. А более 100 лет назад, 18 февраля 18 года, шла Первая мировая война. Нарушив заключенное перемирие, германские и австро-венгерские войска перешли наступление по всему Восточному фронту. Старая российская армия оказалась небоеспособной и отступала по всему Восточному фронту. 21-23 февраля 18 года противник подошел вплотную к Нарве и Пскову, преследовав цель захватить северную столицу России – Петроград. Встречные бои встретились спешно сформированных частей Красной Армии, отрядов военных моряков, партизан героически приняли и отразили натиск врага. 23 февраля ценой ожесточенных боев было задержано продвижение немецких войск под Псковом и Нарвой. Этот день стали считать днем рождения Красной Армии. 23 февраля 18 года в Петрограде проведен День защиты социалистического Отечества. Этот день стал ежегодно отмечаться как всенародный праздник, День Советской Армии, Военно-Морского Флота. А в наши дни это День защитников нашего Отечества. Проходит время, летит не останавливаясь машина летописи. И 17 февраля 43-го года советские войска вступили в город Павлодар, Днепропетровской области. 5 января, 17 февраля, Корсунь-Шевченковская операция советских войск. Возле Одессы со Вторым Украинским фронтом войска Первого Украинского фронта окружили крупную группировку противника в районе Корсунь-Шевченковского. После того, как противник оказался в мешке, окружен, ставка распорядилась его уничтожить. 17 февраля 44 года была ликвидирована группировка немецко-фашистских войск на Корсунь-Шевченковском выступе. Убиты и ранены около 55 тысяч, взяты в плен более 18 тысяч вражеских солдат. Эта операция вошла в историю военного искусства как блестящий пример окружения и полного уничтожения противника. Я привела исторические факты с целью показать талантливое руководство, талантливое командование. И в то время, и в наше время две параллели существуют. Одни умные, талантливые командиры, а другие бездарные. Но цена одна. Цена самая страшная – это человеческая жизнь. И хороший офицер – тот, который сохранит своих солдат и приведет их домой. Концерт мы начинаем с выступления поэта-барда Лебединского Юрия Ивановича. Прошу любить и жаловать. Здравствуйте. Всех с прошедшим праздником, Днем влюбленных, и с наступающим. А я начну песню «Баллада о знамени». Вот солдаты идут, строй парадный печатает шаг, знаменосцы несут боевой простреленный стяг, а под стягом сыны, дети, внуки ушедших бойцов. С той жестокой войны знамя помнит всех павших бойцов.
тех, кто флаг целовал, с клятвой верности в братский союз, да и жизнь отдавал за большой и за малый союз, за союз без границ, за единый великий народ и за юных девиц, провожавших парней от ворот. Знамя помнит и род, перекошенный гневом солдат и просоленный пот на груди выносивших ребят. В окружении, в боях, знамя чашки роднило солдат и маячил глаз, или блин Бухенвальда на бал. Спирт глотая из фляг, еще веря, что где-то свои, как зеницу свой стяг, берегли, сохранили бойцы. Вот под знаменем полк шаг чеканит в едином строю, в день победы и шел, подпевает им песню свою. Спасибо. Я приглашаю на эту сцену Арсения Кульба. Но только он выйдет сюда тогда, когда вы ему громко похлопаете. Сучка, давай, жги. Владимир Соколов, хлеб, 42-й, Поземка, стужа, до города верста, теплушка наша чуть похуже вагона для скота. Но лишь в пути узнав, как дорог ее худой уют, закоченев, приходим в город, там слышно, хлеб дают. В ларьке по окнам заметенным пивов, а доски стук. Откуда хлопцы? С эшелоном. И чей-то голос вдруг: ребят, вперед пустите, братцы, пусть первыми возьмут. Я слышал, это ленинградцы, ишь, как мальчонка худ. А нас брала уже усталость, все вымерзло в груди, и очередь заволновалась: ребята, проходи. Так вы бы сразу попросили, а сам-то чай ослеп. Так было тесно в магазине, так был он близко, хлеб. А продавщица обмахнула прилавок. Ну так что ж. И вот уж в воду обмакнула большой и добрый нож. Угрюмы нары эшелона, буханки горячи. А мы молчали, сжав талоны, мы были москвичи. Был зябок жалкий наш нарядец, с ларька срывала жесть. Нет, я сказал, не ленинградец, а так хотелось есть. Вот такой маленький мальчик знает такой серьезный, огромный стих. А я снова приглашаю на эту сцену автора и исполнителя песен Юрия Лебединского. Встречайте. Русский солдат, он не только отличался храбростью, мужеством, верным своему воинскому долгу, но также и состраданием, и даже иногда своим врагам. Случай на фронте, окопная война, Первая мировая.
окопная война, нам было не до сна. В окопах враг сидел, на нас смотрел прицел. Но разгоняя сон, общались даже днем, а он такой, как я, и тоже есть семья. Вильгельм кричал: «Плохой, и мы, и вы домой, закончится война, и мы с тобой друзья». И царь наш Николай, такой же негодяй, загнал в окоп, молчи, я размышлял в ночи. Он там один, здесь я, мы с ним почти друзья, ведь рядом никого, нас много полегло. Стреляли иногда, но чаще в никуда не попадал комрад, и я бил наугад. Вдруг он там застонал, не целясь я попал, я не хотел, как мог, Господь не уберег. Молчал, стонал мой враг, и я через овраг пополз к нему в окоп, хотя давал зарок. Не помогать врагу, предать я не могу, но что-то есть в груди, а мины впереди. Но я дополз, комрад, доволен, даже рад, перевязал, как мог, назад не членов. Вернулся весь дрожу, покой не нахожу, но у него семья ждет так же, как моя. Ты, командир, прости, врага решил спасти, ведь он такой, как я. Будь проклята война. Спасибо. А у меня вот какая Лянечка есть. Девочку зовут Казмиди Мирамия. И она для вас сейчас будет петь песню «Катюша». Я так думаю, что эту песню знают все, правда же? И можно даже подпевать. А в отдельные моменты громко-громко хлопать. Договорились? Я спрашиваю, договорились? Да. Раз, два, три, мы начинаем.
что в 5 лет он знал Катюшу наизусть из сидящих в зале. Молодцы. Вот Мелания тоже знает Катюшу наизусть. А следующее произведение, которое для вас исполнят участники вокального ансамбля, называется «Идет солдат по городу». Ваши аплодисменты. Зарядкой на перекладине весь подтянись, залпим на жоры прыжки со скакалкой. Помни у древних движение жизни. Прыгай, играй в баскетбол, футбол, регби, в теннис, ракеткой, мячом подружись. Шахматы, гольф, городки, нарды, кегли. Двигай, однако, движение жизни. В поле, на ферме, на стройке работай, дома выращивай свой урожай. Дачу, участок с любовью, заботой, перелопачивай, труд уважай. Двигай, работай, лопатой, киркою, тяпкой, косою, поли и коси. Тронно руби, поработай пилою, баню в субботу дровами топи. Думай, мечтай и пиши на досуге, с музой дружи, за нее и держись. Что сочинил, покажи хоть супруге, мысли бегут от решения жизни.
Двигай работой руками, мозгами и телом нагрузки, а мысли поют. Время не зря ты провел на татами, мышцы стальные тебя берегут. Думал, ходил, занимался зарядкой, но захандрил и пропал аппетит. Плюнуть на все надоело порядком, перезагрузка, мотор барахлит. Хочется спать, полежать на диване, хочется телек дебильный смотреть. Хочется выпить, забыться в дурмане, хочется даже войти в интернет. Выбор у древних не только движение, отдых, утеха, потеха нужна. Надо дополнить о жизни учения, мера во всем организму дана. В меру ходи, занимайся зарядкой, в меру работай, в меру пиши, в меру лежи на диване с томаркой, в меру спиртное и в меру харчи. Мы все относимся к жизни по-разному, и она нас встречает по-разному. Был случай в Георгиевском районе. Был призван мальчишка в армию. Получились проблемы. Тяжело в строю. Дедовщина, издевательства. Мама с папой далеко. Помощи не от кого ждать. Один закалится, другой сломается. Третий все выдержит и выйдет с боем. И станет человеком. А дедовщина, она не только в армии, она и в жизни. Богатый, бедный. Раб, сильный, капиталист. Бизнесмен. Итак, следующая песня Юрия Ивановича Лебединского называется «Дезертир». В Сводской части Юрьевского района сбежал солдат. Он ушел. Куда он бежал, он сам не знал. Горе и разум его застыло. Бежал. Но выхода не было. И смерть у него была страшная. Об этом песня. Статья у нас, заметка на эту тему. Конечно, надо бегать, но не туда, куда товарищ убежал. Обложи меня, обложили, как затравленный зверь я в лесу. Подстрелили меня, подстрелили, но залечат ли рану мою? Я иду, спотыкаюсь, слабею, кровь сочится сквозь пальцы руки. И зажимаю плечо сатанею и твержу, возвращу всем долги. Пожалел, отпустил я паскуду, да и части насмешки глотал. В спину выстрелил мент, может, с дуру, но в плечо и на вылет попал. Оторвусь от погони, залягу, и я рану покрепче стяну. Завалюсь на часок за корягу, и хоть малость расслаблюсь, усну. А потом на рассвете в сторожку я у деда приют получу. Перевяжет, укажет дорожку, и тогда я с лихвой отплачу. А у деда засада, солдаты, и я подумал, мне больше не жить. Заработали их автоматы, да и рану не надо лечить. Вот и все, дезертира не стало. Всем отбой, кто в лесу на посту. А что меньше солдатиком стало, так их много еще там в строю. Thank you.
Жил мальчишка, веселый, озорной, дисциплинированный, когда хотел, хулиган, когда хотел, гордый, смелый, никого не боялся. Время пришло. Армия. 18 лет командир танка Т-72. А в 21 год за его голову обещана награда СБУ 50 тысяч долларов. Я не могу. Ну-ка, знаете что? Встали все в зале, быстро. Все встали. Молодой человек, встаньте, впереди все, пожалуйста. Подойди от девочек. Выйди, пожалуйста. Я никого еще не сажала. Все встать. Я говорю о своем сыне. Встали. А теперь сели. Пустоту вновь заполнят шальные.
сердце, что в Донбассе. И не в бою, ни в танке, ни на трассе. Выдали звери психи отморозки, кому прийти все русское грёзки. Yeah.
на надо, и бог войны на время зачехлен, и отправлять груз 200 нам не надо, последний в списке родным занесем. Давай нальем по 200 грамм на брата, за то, что живы, надо же, живем. Мы будем пить, не трогайте солдата, и те, кого нет, тоже поменем. Теперь домой схудали наши лица, в поту грязи их будем отмывать. Натопят баньку мать моя сестрица, и пивом камни буду поливать. Отмыть бы надо заодно и душу, покоя нет на этой мне земле. Все голос друга по ночам я слышу, зовет и стонет с пулей в животе. Я клятву дал там и мысленного гроба, что ляжет в землю недобитый зверь. Но как мне быть, не будет больше боя, и все народы мирные теперь. Но как мне быть, не будет больше боя, и все народы мирные теперь. И я завершаю, значит, видите, и война, и мир, и добро, и зло, и ненависть, и сострадание, все. Поэтому вот такая у меня гражданская песня. Злость во мне теперь не затихает. Ненавижу я своих врагов. Ненависть мне душу разрывает. Уничтожить я, убить готов. Не могу сдержаться, порыв гнева, думать я спокойно не могу. Ну а как же быть, когда измена? А прощать я подлость не хочу. Успокойся, злость махуй советчик, остудись, попридержи слова. Может быть, не так уж плохо ответчик, пусть дождется Божьего суда. Мне обида комом в горле стала, ни за что обидел не меня. Она меня не поддержала, эрогоносцем мужа назвала. Да, конечно, пьянство нынче в моде, ей гулять и всех подряд любить. Ну а мне терпение на исходе, в монастырь не стоит дальше жить. Успокойся, время раны лечит. Все пройдет и Господа любя, ты найдешь или тебя заметит, та одна, которая твоя. С сожалением вспоминаю время, детство, юность, молодым себя. Болью в сердце отдается тема, ностальгия мучает меня. Было дело и была зарплата, дважды в месяц я ее считал. Жили средне все не так богато, а теперь в гробу я их не дал. Успокойся, всех не похоронишь. Сожалением душу не трави, что прошло, того не поворотишь, Божий день, и ты его живи. Что за жизнь кругом одних обуги, под себя ограбить норовят, и страну, и родину ворюги, презираю я таких ребят. Презираю жадность меркантильность, тупость, глупость, щедрость на показ. Презираю я надменность, трусость, нищету и бедность, что у нас. Успокойся, время новых русских, и для них открыты двери в храм. Понастроят здесь домов Господних, там зачтется в Царстве Божьем нам. Осуждаю все равно богатых, не свое, а наше загребли. Лишь могилами правит горбатых, ну а я все чаще на мели. Они бабки в долларах на ветер, в мерседесах с девками шалят. Кабаки, тусовки каждый вечер, на Канары ездят отдыхать. Успокойся, здесь не так уж плохо. Можно даже в поле загорать, от друзей не жду я здесь подвоха, и с женой можно переспать. Спасибо.
приглашаю на сцену вокальный ансамбль «Петергейзе». Встречайте! Мы желаем счастья вам! Поздравляем! Спасибо.